Сегодняшнее мое утро, сегодняшний мой день, точнее, начнется в 1:21 ночи. Как я и говорила, я склеиваю кусочки, как Макнайх сказала, скотчем, но нет. Вот, видосик сохраняется, скоро я его буду выводить, он получился на 10 минут. Мы еще с Макнайх поржали то, как мы сейчас недавно банку огурцов открывали. Сейчас мы вот откроем, как это называется, мультики, не помню. Мультик, говорю, как называется, круассаны. Монстры на каникулах. Что-то тут посмотрим, я еще дропс, меня 5 минут ждет, так что вот такое у нас утро, встретимся чуть попозже. Спать сегодня много не придется, гарантирую. Так, день продолжается. Мы смотрим все по маслу, тут что-то про Димку начинает болтать. Типа видос называется типа, да. Угу. Сейчас я зайду в дропс. Дропс, мой любимый дропс. Я его всегда использую. Я не знаю, зачем я включила, но я хотела что-то сказать, но я забыла, что. Про Диму? Нет. Почему здесь Дима? Нет, когда на он. Что, скоро спать ложимся. Наконец-то, а потом скоро встаем. Угу. Макнейха. Да. А еще. А, вот что. В понедельник, в следующий, который. Да, который будет, да, 24-го. Ничего не прям не супер-пупер 100%, но, может быть, поедем за папе за подарком. Потому что там вроде как документы надо будет по практике отвезти, вот эти 10 лабораторных, которые я попозже покажу, я, наверное, сегодня у Кости заберу. Вот, и там еще будет дифференцированный зачет у нас, оказывается. Нам еще сегодня вопросы дополнительные скинули, которые могут задать на экзамене, который будет 26 числа, это просто... Короче, зобка зобная. Угу. Сколько там осталось прогрузиться? Сейчас посмотрю. Там уже сон 20-й. И чуть-чуть осталось, и можно ложиться спать, в принципе. Просто я хочу сейчас выставить, чтобы... Ну, завтра просто я этого не смогу сделать. Мне будет лень. Что, серьезно? Нет, я не с этого. А. Так, мы будем пока досматривать видос, потом... Уже как я лягу, я сниму. Так что ничего. Все. Я в дропс. Без минутки два мы ложимся с Макнехой спать. Вот нажимаем. Так, секундочку. Фотографичку мы выбрали. Пау. Секунду. Опубликовать. И спать. Очень сильно хочу спать. 7:03. Побежали на электричку. У меня электричка в 7:12. Сегодня я поеду на ласточке. Потому что в тот раз я ехала в 9 утра на 7:24. Я немножко опоздала, поэтому в этот раз надо будет пораньше поехать. На автобусе не получилось. Время 8:43. Я уже приехала, я жду, Костя опаздывает. Мне ехать 2 часа, Костя минут 20. Говорит, что были пробки. Мы еще с Дианой сейчас в метро встретились, но это я потом дома расскажу. Все, буду ждать Костю. В перекресток, потому что на улице холодно очень. Зато красиво. Кость, молодец, спасибо большое. Идем на практику. Время 12:52. Еду на практику. Ага, конечно, на практику. Второй раз я еду, ага. На работу я хотела сказать, я еду. Смотрите, либо я тупая, либо я их раньше не видела. Они такие красивые. Ладно, поеду. Ой, смотрите, какие у нас шарики появились на площади. На кольце, точнее. Так прикольно. О, я автобусик. Я пока иду, у меня появилось время рассказать, что в Маке, например, появились 2 новых бургера с сегодняшнего дня. Это фреш-бургер и бургер с беконом. Вот. Может, дадут попробовать сегодня, не знаю. Навряд ли, конечно. Снимаю, потому что времечко есть. Мне еще 1,5 часа до смены, все равно надо поторопиться. В предыдущие дни, кстати, пару дней назад я шла вот там, по той стороне.
А сейчас я обратно иду по этой и хочу посмотреть книжки, но книжек там нет. Так что погнали на автобус и на работу. Села. Успела. Сейчас время 13:14. У меня смена через час 16, так что я могу спокойно поехать. Главное не уснуть и не уехать дальше. Я что так говорила на улице, скомканно, сжатый, без эмоций, больше мне дико стыдно снимать, когда люди смотрят, а смотрят буквально все. Я только достаю фотоаппарат, все, сразу, что такое, как будто ружье какое-то достала. Так что я такая, думаю, сразу так быстро сказала, пробубнела что-то и дальше поехала. Завтра к нам на практику придет наша заведующая. Правая рука директора, в общем, от колледжа, будет проверять, как мы там все делаем. Так что, ну, мы ее не подведем, потому что мы сегодня руку набили. А еще, кстати, Костик меня снял на видео, как я зову клиентов. У нас же клиника, типа, очень клевая. Не знаю, МНТК. Может, кто-то знает. Сейчас я покажу видео. Это вообще просто... Мы аж смеялись с этого. Вот, смотрите. Все, ладно, поеду на работу, буду документы читать, потому что там с работы новые какие-то материалы скинули, так что все, теперь точно уже до работы, спокойно могу сказать. Все, до работы. Все, я пришла на смену, сейчас буду потихоньку переодеваться и уже встретимся в конце смены. Времечко 23:41, вот я сейчас еду домой, уже пересела, вышла с работы, благо сегодня не так поздно. Я вообще ничего не соображаю. Вот эти дни, которые сейчас вот идут, да, типа с практики на работу, с дому, на практику, на работу, вот так по кругу я вообще ничего не соображаю. Ой, вот все как-то быстро. Не дают ничего сказать, все время ходят и ходят. Сегодня весь день постояла на кассе. Наверное, сейчас приеду домой, позвоню папе и лягу спать, очень сильно спать хочу. Безумно просто, я уже не помню, когда нормально ложилась. Ничего не буду смотреть, просто приду, поговорю с папой по скайпу, потому что папа меня уже опять переживает, где я. Почему так поздно, я еще забыла позвонить. Я с девчонкой одной заговорила с Региной на остановке. Она мне рассказывала про BTS, потому что она их слушает уже давно. Но я ничего не понимала, но как бы я слушала, это же некрасиво все-таки перебивать, говорит, я не знаю, я послушала, она купила какой-то билет, что фильм какой-то будет показывать про BTS. Вот мне Диана про него говорила, Диана тоже на него пойти хочет в следующем году. Я нет, потому что я не знаю. Мне это как-то не то чтобы не интересно, а я бы вот, если бы про историю Кореи что-то было, про Корею, да, со мной туда, я бы пошла. Ладно, мы туда поехали. Сейчас я выйду, иду домой, поговорю с папой, и все. Смонтирую видео и лягу спать. Все. Потому что ничего такого прикольного не было. С Максимом немножко посмеялись. Что-то Сэм или Самир ко мне опять что-то подирался, еще немного по плечу меня постучал. Вот, как-то так. Вообще устала, честно говоря. Голова... Мне Макс дал что-то яблочки. Вот эти вот. Бесплатно. Так нельзя, но он сказал, если все равно списали, так что ничего такого критичного. Все, тогда я вам говорю спокойной ночи. До завтра. Правда, хочу выспаться. Не знаю, во сколько лягу. Что вчера я легла поздно. Спокойной ночи вам.